Сумка? В субботу! В субботу! Учиться знаю, ничего страшного. А в новую школу не боитесь идти? Да. Почему ты боишься? Привет! Это ты мне подарочек сделала? Чему я тогда поцелую? Спасибо. Как дела? Милая, красивая. Я эту песню целый день хожу, пою. Шапка, давай шапку снимай. Снимай, сказала, шапку. Шапку снимай, сказала. Дай шапку. Ты в классе сидела в шапке? Всем привет. Холодно? Привет. Нет, теперь не холодно. Кофточка тепленькая? Да. Смотрела на одну, она такая. Ну, она такая, да, пушистенькая внутри немножко. Мы маленькие из второго класса. Что получилось у него? Бончик, ты пушистый мой. Ты пушистый мой такой, Бончик. А ты мой сладкий. Ай, не грызи меня, Боня. Ну, давайте, заходите. Стирку заправляем. Как тизер. Как маленький клип. Сегодня, да. Я знаю, что это. Бонни. Сейчас Бонни будет открывать. А что? Давай. Открывай. Что-то из одежды? По-моему. Да, вы вчера говорили. Открывай, быстро. А, мягкие косочки. Ты же любишь мягкие косочки. Классные. Олень и Тима. Мама. Я их сейчас хочу одеть. Кто это? Тут Санта-Клаус, а здесь олень. Какие тебе больше? Олень. Ксения. Ксения сейчас тоже будет открывать. Такие они тепленькие, классные. Я у тебя одни заберу. Да ладно, шучу. Карина, они такие теплые. Карина, открывай. Тебе не подойдет, наверное. Мне? Они растягиваются до большого размера. Еще одна помада? Каролина, сколько у тебя уже? А это розовенькая, у тебя такой нету? Да. На. Есть? Мне попалось. Ну-ка, дай понюхаю. Как вкусно пахнет жвачкой. Три помады. Круто. Одна синяя и две розовые, наверное, или две синие. У Каролины три помады теперь. Вау, да ты крут. Нет, носи сама, у меня есть. Я просто, я пошутила. Носи. Мам, Ксения, ты какие будешь? Боньки, я один на Санта-Клауса. Боньки на голову. Ой, это браслетик. Это нет. Это просто... Это боги, ошейник. Ага, конечно. Тоже носочки? Или тапочки? Открывай. Или тапочки. Сумка? Кофта с сумкой. Да, так тебе сумочку даже покупать не надо, у тебя уже сумочка есть. Классная? Ага. ¿Por qué no hacen uno que sea un dibujo y que puedes abrir y va para adentro? Было бы прикольно, если тут правда был кармашек, да, вот так вот отстегивалось бы и раз туда телефончик или денежку хотя бы, да? Ну это вот принт. My cool stuff. Такая кофточка. Она тоже тепленькая, смотри. Да. У нас начесиком. Вот. Ну как хочешь, снимай. Что это такое? Гитара. О, гитара. Наша Бонька рокстар. Наша Бонька рокстар. Теперь Маргарита, ты свой. Пока вот так вот чиновик оставь. А где твой? А папа, а что папа не достал еще один? Там уже не киндер-сюрприз. Да. Ой, ты мой хороший.
Киндер сюрприз. Открывай телефон. Давай. Я надеюсь, коллекционер. Чики-брики. Так, тут был уже. Потом вот этот. Да. Ты еще не все открыла киндер сюрприз. Вот еще киндер сюрприз. Вот. Вот, вот еще один. 11 киндеров. Вау. Какая же человек. Завтра десятка. Большой! Боньку снимай чуть. Почему это камера? Смотри. Дам Боньку, блин. Это фигня какая-то. О, это машинка. Максим! Это Максу машинка. Нет, он же съест. Дурак. Шоколадка стала. Пойдем, мне шоколадка. Мама откусила. Это папа откусил. Это гримик. Послушалась? Ну да, она их открыла, прям прогрызла. Было вкусно, Ваня? Я смотрю, она лежит, что-то там грызет, так прям вкусно, прям аж причмокивает. А я потом смотрю, она там прогрызла и конфеты жует, сидит. Вон там на диване. Все, пока. Носочки давай, тепленькие. С олененком. Но не скользко. А это мне нравится. По паркету. Буду а это мне нравится такая. Я буду как на коньках. Мама! Угу, мама! Шапа, шапа. А папа только одну купил с черепами? Нет. Еще? Максу дай одну. А где они вообще? Тут. Пакете. О! Я иду, поднимайся наверх. Зачем подниматься наверх, если ты идешь? Мне батарейка садится. Да, да, Каролина, давай, 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 давай. Застегивайся быстрее, холодно. Питачку. Ксюш, тебе скучно? Ксюш, а? Тебе скучно? Да. Все, переезжаем. Упаковываем Ксюшу. И ты здесь у нас будешь до субботы лежать. Договорились? Все. Мы тебя сейчас скотчем заклеим и будешь там лежать. Кстати, ребят, мы в субботу уже переезжаем. В субботу! В субботу! Я приезжаю в коробку, не понимаю. Поэтому у девчонок, может быть, на неделю каникулы раньше начнутся. У вас, я говорю, наверное, каникулы начнутся на неделю раньше. Потому что вам-то еще учиться 2 недели. А переезжать нам уже через неделю получается. Даже меньше. Если все нормально, то мы вас заберем. Мне можно. Со школы на недельку раньше. Поэтому, ладно, давай. Будем выкидывать сейчас слаймики. В общем, вот это все мы будем выкидывать. Потому что нам все такое уже старое, ненужное, уже вонючее. В общем, это все в мусорку. Да? Да. Давай, сейчас. Пакет неси, пакет неси. Все, беру, все. У Ксения, все уже. Класс. Ты думаешь, ты от Бони спрячешься? Ты думаешь, она тебя не найдет? Она возле тебя стоит. Так. Суска! Бони! Бони! Бонь! Бонни, смотри, что у меня есть. Бонни, смотри, сосочка. На. Любительница сосок. У тебя уже коллекция. А? Соса новая. Во. Все, взяла и пошла. Бонни! Ты ей взяла яблоко или себе? Ей. Она не любит шкурку, Ксюш. Ей нужно шкурку очищать. Да, чуть-чуть. Не нравится ей шкурка. Контейнеры что? Оставляем или нет? Да. Да? Тогда нужно пакетик. Что это? Вот это я не знаю, что это. Это пчеловод. Пчеловод? Это, по-моему, не похоже ни на пчеловод. Но оно смешалось. Это не плесень? Нет, это не плесень. Это ты сделала, не понятно. Это Маргарита. Фу, он так противно выглядит, смотрите. Действительно на плесень похоже. Ты хоть знаешь, как писать книги?
на русском. И не поместится. Книга. Книга. Получилась книга. И. Молодец. Сарич. Думаю, это читает. Это тоже хорошая книжка. Тут, в общем, Макс любит про смотреть. Все здесь, про животных, про растения, про землю, про вулкан, про все. Всегда, все. Когда у нас тема, и она тут внутри, мы всегда смотрим. Вот эти тоже русские книжки. Русские. Это ставим. Вот это ставим. Это ставим. Вот эта полка не нужна же нам розовая? Или ее в подвал? Ну, да. Может, у папы спросить, если она в подвал поместится? Ну, в комнату будем белые вам брать, да? Надо. Кто-то уже погрыз Бонни, что ли? Да. На. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Это не надо. Каролине и Максу не надо? Нет. Одного точно? Почеркнула. Это не надо. Что, не получается? Плохо видно. Вот, я же вижу. Я не вижу. Вот она идет. А, вот. Давай я нитку, блин. Посмотрите, у нас каждым днем все больше и больше коробок. И это еще. И это даже еще не половина. Я уже просто это. Боюсь, я уже не знаю, куда складывать. Закручивается. Бонечка. Бонечка. Бонька. Бонька. У тебя завтра плавание? Завтра у Маргариты Вайнах, как называется? Вайнахтен? Вайнахтшвимен. Рождественское плавание. Так смешно. Рождественское плавание завтра у Маргариты. Девочки, ой, то есть это ученики, в общем, весь класс, они могут плавать как хотят, где хотят. В общем, будете делать, что хотите, да, я так понимаю? Будешь забирать этого пингвина? Конечно. Серьезно? Смотри, конечно, он какой грязный. Кому? Не знаю, кому. Конечно. Ты, наверное, будешь с ним до тех пор, пока, не знаю, наверное, он еще будет жить до твоих детей, да? Ксюша очень сильно привязывается к вещам. Очень сильно. Вот ей, если ей что-то подарят, то все, ей она даже... Да, даже если ей уже, знаешь, эта игрушка не нужна, если ей эта вещь уже все надоела, она не знает, что с ней делать, но она не выбросит, потому что она, если ей кто-то подарил, допустим, там мама, папа, там дедушка, там кто-нибудь, все, она... Как зайку. Она к этим вещам, все, она не выбросит никогда. Я даже не знаю, честно, ребята, интересно вам смотреть эти влоги, неинтересно смотреть, как мы собираемся, как у нас тут... Какой у нас тут бардак? Вот я не знаю, вот честно. Я даже не знаю уже, что снимать, потому что мы ничем не занимаемся, кроме как собираем коробки. Коробки, выкидываем мусор. Вон пакеты каждый день у нас. Я просто не знаю, что еще вам снимать. Все вещи мы убрали. Неужели это так интересно, ребят? Каждый день влоги. Это только интересно. Ну, я понимаю, будет, наверное, интересно, когда мы уже туда переедем, да? Когда девчонки будут там... Комнаты свои обустраивать, там мебель новая кое-какая будет. Хом-тур, рум-тур, не знаю, там... Кухонь-тур. Кухонь-тур. Гартен-тур, да? Вот, ну сейчас я не знаю, вот, как вот... Балкон-тур. Напишите нам куда-нибудь, не знаю, в Инстаграм или куда-нибудь, вот, если у нас комментарии отключены, вы нам напишите куда-нибудь, интересно вам или нет, а то мы снимаем, а я не знаю. В Инстаграм, да. Вот. У нас ничего интересного нет, кроме как коробок, мусора, бардака. Бардака. Да, больше ничего нет. Мы кушаем. Да, девчонки в школе находятся. И в школу. Со школы приходят, опять вещи перебираем. Потом опять в школу, потом опять со школы. На этой неделе есть тесты какие-нибудь? Да, наверное. Пятница у нас. Да? Давай, готовься. Не хочу. Ладно, пойдемте покушаем. На последней неделе энерги-тест, точ-тест и математика. Так что Ксюша останется в школе, а я нет. Учиться с наичьего страстного. А в новую школу не боитесь идти? Да. Почему ты боишься? Тут же станет будь девочек. Папа сказал, что тоже может быть,
что... Там может быть мало деток даже, потому что у нас... Я надеюсь, максимум... Там, где мы... Пожалуйста. Туда, куда мы едем, там получается такой как бы поселок, что ли, там... Мама. Это не город, не центр города. А если там только будет мальчик? Я боюсь, потому что... А если будут все девочки, все-все-все, ни одного мальчика? А если будут все девочки, один мальчик? А если все мальчики, и ты одна девочка? Все. Что тогда будет? Так что, когда у вас каникулы заканчиваются? В январе какого числа? Через 2 недели. А, через 2 недели, да, получается? Ровно 2 недели каникулы. Я вам зарядила эту штуку. Мама, Маргарита, подарок. Вот это для меня. Я за колор. Угу. Подготовили. Она, Ксюша, она утром в бассейн уходит. Ну, быстро утром. Ну, быстро утром. Ну, а подключай. Мамочка, ну, пожалуйста, не забудь меня. Очень рано. Очень рано. Все, не надо, чтобы сильно мигало. Хочу, чтобы оно нормально стояло. Ну вот. Подготовила все к завтрашнему дню? Да. Я завтра утром сразу купальник одену. Хорошо. Полотенце. Что придет, мама? Чего боишься? Если я не встану. Маргарита, не проспишь, я тебя рано разбужу. Не бойся. Я спать хочу. А что ты перевернулась? Что она так может быстрее засунуть, ага. Потом она смотрит на часы. Ага. Она будет каждый час просыпаться и смотреть на часы. Расслабься, Маргарит, не опоздаешь. Нет. Я не могу. Подожди. Ты отпустила лишнее. Нужно было только один пальчик отпустить, а ты еще там отпустила. Вот. Ну. Ну. Вот. А, да. Ты держай даже на ртом. Это башня? Угу. Ага, понятно. Ага, Эльфелева башня. Все, давайте спать. Да, только нужно, чтобы она ниже оставалась. Угу. Чтобы башня была. Ладно, все, пока, всем пока, спокойной ночи. Спать. Обожаю. Ксюша, не мешай Маргарите спать. Давай, все, выключайся. Давай.